Добрый день, здравствуйте, уважаемый Игорь Викторович. Я Худяков Олег Павлович, проживаю в городе Саратове. Уважаемый Игорь Викторович, прошу вас по возможности вмешаться и принять меры к сотрудникам прокуратуры Саратовской области, которые бездействуют при надзоре за расследованием преступления, совершенного против меня, моих работников и клиентов, принадлежащего мне автосервиса. Хочу коротко рассказать о совершенном преступлении. В ночь с 1 на 2 августа 2019 года принадлежащий мне автотехцентр «Альфа-Авто», располагавшийся в Саратове на 2 Садовой 129, путем взлома через окно, предварительно обесточив и выведя из строя систему видеонаблюдения и охраны, проникла группа лиц. Их личности известны. Это Тырин Максим Николаевич, Савин Павел Александрович отец, Савин Александр Павлович сын. Они явились туда с целью захвата принадлежащего мне оборудования, а также имущества, принадлежащего моим работникам и клиентам автосервиса. Никаких финансовых задолженностей перед лицами, совершившими преступление, у Савиных, а у Савиных я арендовал помещение под автосервис, я не имел. Но они и не скрывают, и отрицают факты совершения преступления. Видимо, потому, что пользуются чьим-то покровительством. Зимой 2020 года при бездействии полиции, несмотря на мои неоднократные жалобы, все мое оборудование и имущество мое, моих работников и клиентов вывезено и распродано. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей. Теперь, по истечении времени, в местных структурах МВД признают, что их сотрудники действовали с нарушениями, а именно на время проведения расследования они должны были, но не сделали, опечатать помещение автосервиса и исключить туда доступ кого-либо. По факту мне и моим работникам запретили туда входить, несмотря на то, что все соответствующие документы у меня имелись, а лица, совершившие преступление, пользовались помещением беспрепятственно. После моего обращения непосредственно к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину 17 июня 2020 года все-таки было возбуждено уголовное дело, которые до сих пор не расследуются. В качестве подозреваемых никто не привлечен. Сменилось уже 5 следователей. В июне 2021 года я обратился в суд на бездействие сотрудников полиции. На суде представитель прокуратуры Октябрьского района Саратова, помощник прокурора Клочко, заявил, что уголовное дело на контроле и уже месяц как расследуется. Но по факту это оказалось неправдой. С июня 2020 года на ваше имя было направлено 5 жалоб с просьбой о помощи и описании происходящего. Но обращения были направлены в прокуратуру Саратовской области для принятия мер. А здесь, кроме стандартных отписок, что уголовное дело на контроле расследуется, ничего больше не делалось. На обращение к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко тоже приходили одни отписки. Создается впечатление, что правоохранительные органы не заинтересованы в расследовании и восстановление законности. Прокуратура Октябрьского района закрывает глаза на очевидное сокрытие преступления. Она даже не стала разбираться, куда из уголовного дела пропала имевшаяся там видеозапись. Просто отписались, что она в материалах, но по факту ее там нет. Поэтому, Игорь Викторович, прошу вас повлиять на ситуацию, заставить местную прокуратуру работать, обеспечить надзор за расследованием и восстановить законность и мои права. Это открытое видеообращение к вам. Моя последняя надежда. Спасибо.